Матвей, расскажи, как проходит подготовка к матчу с Химиком? Подготовка проходит отлично. Сделали выводы из прошлой игры над ошибками. Пытались на тренировках их исправить. Вот. В хорошей интенсивности проходят тренировки. Нет никакого расстройства после игры. Просто будем выходить на следующие игры и добиваться победы. Бывал когда-нибудь в Нижнем Новгороде или Нижегородской области? Нет, не бывал. Потому что профессиональная карьера только с этого сезона началась, и не было еще много никогда. А поездка в Дзержинск, это будет самая долгая поездка на матч у тебя в карьере или нет? Были дальние расстояния? Нет, были дальние расстояния. Куда ездил? В Красноярск ездил. Как воспринимаешь дорогу? Нормально, я переношу хорошо. Я думаю, все, в принципе, 3 часа всего лишь на поезде ехать. Не такая длинная дорога. Готов удивлять Химик? Да, готов, все готов. Но будем играть только на победу. Все, спасибо.